Добрый вечер, с вами интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы с вами продолжаем смотреть на моды на игру как достать, которые присылают подписчики или просто гости канала. Этот мод прислал нам мой самый преданный подписчик Рустам Велилаев. Но создал этот мод этот не он, а я не помню кто. Там, когда открываешь игру, там написано, кто создал, я не помню. В авторах создатель не указан. Вот логотип называется игра Neighbors from Hell Art of Tricks. Что тут у нас интересненького такого? Во-первых, анимированные вот эти картинки, от которых, честно говоря, у меня уже глаза разбегаются. Давайте начинать. Здесь ничего не изменилось в менюшку, кроме того, что забавно вот то, что сразу открыты все уровни. Выбирай сразу, какой захочешь. Я не буду проходить все уровни по очереди, все уровни целиком, потому что не все из них хорошо изменились. Мы просто посмотрим, что изменились. Этот мод очень похож на один из тех модов, что я снимал, который мне скидывали. Этот под номером 1 в плейлисте моды на когда сосед. Мод от UL. Не помню, короче. Как там он называется. В общем, в плейлисте найдете. Я первую серию вот эту вот из пилотных видел. Там и не изменилось ничего. Экран загрузки вот такой измененный. Да, и ничего не поменялось. Все то же самое в обучении. Здесь тоже ничего не изменилось. Давайте сразу к первому переходить. Так, давайте тише сделаем, что ли. Так, первый сезон. Ротвейлер смотрит новости о коронавирусе. Ну вот, хоть что-то поменялось. Пока идет реклама, он идет смотреть, как раздевается соседка. Ой, извращенец, а? Что за кошмар, говорит? Вуди незаметно и пробирается в дом. Вуди должно быть написано с большой буквы, потому что это имя. А ошибки вон. Автор, исправляй ошибки. Увидел гадость, а сердцу радость. Да, точно. Ты знаешь, зачем варежка? Да, экранчик вот такой вот теперь. Другой. Измененный. Блин, надо сразу сваливать на кухню, потому что сосед сейчас идет сюда. В общем, что тут автор этот тоже пытался сделать? Уровни похожими на уровни из консольной версии. Ну, варежка вот так же вот есть на кухне. Да, тоже так, точно такое же окно, как было в одном из предыдущих модов. Оно также располагается здесь, а должно располагаться где-то вот здесь, как в консольной версии. Также двери заштукатуренные, можно сказать. Правда, вот здесь плинтуса нет, там был. В консольной версии плинтус был. Можно посмотреть на телефон, но мысли не написаны. Да, ну качество текстуры унитаза заставляет желать лучшего, потому что держать туалетной бумаги его нельзя взять. Пакости здесь 3 всего, а не 4. Как было в консоли, в оригинале. Ну и в консольной версии, кстати, тоже было 4. Унитаз желтый. Кран, кстати, в консольной версии тоже был желтый. Унитаз тут вид спрайтовый, конечно, наложенный, так сказать, поэтому он такого вот ужасного качества. В консольной версии была пакость с телефоном, надо было утюг вместо трубки положить. Но здесь такого, к сожалению, нет. Ну, это сложно создать. Но Social Media Life Production так умеют делать. Научились, я имею в виду, делать. Так, здесь 3 пакости, а не 4, в отличие от оригинала. Нету пакости с микроволновкой. Здесь вот тоже видно, что тут подрисован или наложено. Как будто куб на какой-то стеклянный прозрачный тут стоит, мне кажется. Да, выделение вот это вот некрасиво выглядит, но
по-другому, видимо, автору сложно было сделать. А, вот так вот он кувыркается, короче, еще. Консольная версия он так тоже почти так же делал. Ага, как он быстро прибежал. Гораздо быстрее, чем в оригинале. Варежкой, как консольная версия, он закрутил антенну. Обожаю этот звук. Телевизионная антенна. Ну, мы в консольной версии тоже надо было с помощью варежки ее закрутить. Это как-то более логично. Музыка, меню, кстати, как музыка на уровне на корабле из когда Седа 2. В консольной версии же такого не было. Да, опять с ошибками. Слово сегодня должно быть написано с большой буквы, потому что начало приложения с большой буквы пишется. Вуди, Ротвейлер, это тоже должно быть написано с большой буквы. Хотя здесь написано с большой буквы. Ротвейлер, это фамилия у него такая. Пишется с большой буквы. Вуди, это имя. Пила пилит очень долго. Да, не сомневаюсь, я в курсе. Это ночной уровень. О, даже шкаф разобран. Качество текстуры не очень, конечно. Но получше, чем некоторые. Шкаф сломан. Он скорее разобран, чем сломан. Хотя, может, и сломан, раз полки так стоят. А, ну тут на люстре подрисовано квадратик, даже вот как тут сливается некрасиво. Автор, конечно, старался, но все же это далеко не идеально. Так. В консольной версии этого уровня не было, поэтому такие дела. Микроволновки опять нет. Кстати, а унитаз чем? Туалетная бумага-то где? А, вот же, где туалетная бумага-то. Я что-то... Ну, как консольная версия, в принципе. На уровне про пирог там пака с туалетом была. Так, Вуди, давай успей на кухню. Да ты что издеваешься? Что так долго пилишь-то? Вообще долго. Дольше намного, чем в оригинале. В консольной версии вообще пакость успело и не было. Но он успеет это допилить. Это видно, что успеет. Легко затянуть узлом. Это я, конечно, замечаю. Но, видимо, тут пакости с ней нет. Отлично, этот уровень тоже прошли. Если уровень не изменился, то проходить не будем его. Так, сюрприз на день рождения. Лучшая вечеринка? Да нет. Все троица в почте. Роется, по-моему. В почте. И не видит Вуди. Опять с маленькой буквы. Так, ну здесь ничего не изменилось в описании. И в названии тоже. Так, вот здесь дверь. Причем без замка. В консольной версии здесь никакой двери не было. Пусто? Тогда тут делать-то и нечего. Так, а бумагу ничего нельзя найти? Нельзя взять? А, ну и пакость с унитазом-то нельзя сделать. Всему.
Он дольше рылся, чем должен был. Посмотреть на дверь в гостиную, а не на гостиную. В общем, пройти туда можно только одним способом. Это... Можно пробраться. Ну вот, ну, сосед, значит, вдвойне туп, раз не видит. Здесь есть две двери, одна закрыта, но вот эта закрыта дверь. Здесь на этой двери нет замка, она вроде бы открыта, но войти в спальню все равно нельзя. Когда соседа хардкор, на этом же самом уровне было точно так же. Была дверь без замка, но нельзя. Так, я только две пакости вижу, а какая третья? Где-то вот мышеловка должна быть, судя по всему, но здесь ее не было. Ладно, давайте используем эти пока предметы. Опа, тут что-то можно посмотреть. Тумбочка. Вот оно что. Вот где мышеловка, оказывается. Блин, придется ждать. Обожаю взрыв торта. Жаль только, что на соседа пятна попадают с торта. Да. А что он на испорченном торте так свечку задувает? Но это не нововведение, в оригинале было так же точно. Посмотрим, что с яблочным пирогом. Что легко сломает микроволновку? Да. Яйцо, наверное. А может и не яйцо. О, ночной уровень. В консольной версии этот уровень был светлое время суток. Да, вот здесь, ну, здесь картинка чистая из консольной версии прям взята. Поэтому качество такое вот отвратительное. Вообще ни о чем. А, я понял, почему на предыдущем уровне. Вот было темно, но дверь вот эта вот такая же была темная, как эта. Ой, точнее, не такая же темная, как эта. Почему на нее нельзя было посмотреть? Глаза не появлялись. Потому что она была не спрайтовая, а нарисованная. Не знаю, поймет ли кто-то. Так, ну вроде 5 пакостей, 5 предметов для пакости. Полотенце на микроволновку, что ли, применить?
Так, а что, нельзя что ли применить? А, вот где. Недотекстурено немного здесь. Да, все уровни, судя по всему, изменились. На 100% вообще легко проходить. Футбольные баталии. Два маркера существует. Два. Так, ну в консольной версии вот этих дверей не было. Они заштукатурены, наверное, были. Телефон вот где-то вот тут как раз таки висел, а не здесь. Также картинка. Здесь пакости-то, судя по всему, не изменились. Давайте что-нибудь другое посмотрим. Я не обещал, что буду проходить все уровни, я хочу просто посмотреть, что где изменили. А сами пройти этот мод можете, скачав его по ссылке в описании. Так, давай этот... Это уровень ночной, как и в консольной версии был. Вот здесь только недоработка. Во-первых, книга вот эта... полка стояла в консольной версии здесь. Книга лежала нормально, четко. А тут как будто одна в воздухе. А это типа столик такой, ну вообще не проработанный. Хотя чего вы ожидаете? Здесь пакости, судя по всему, вообще не поменялись. Давайте дальше что-нибудь посмотрим. Тут порядок уровней изменился. Как в консольной версии, также у нас сначала идет уровень с хрюшкой, уже потом, после солнечного утра, идет... День матери идет. 4 марта. Ротвейлер делает фигню. Ротвейлер делает фигню. Полнейшую просто фигню. Один раз он вспомнил про 8 марта. Завтра делать подарок маме, думает. 5 марта. Ладно, сделаю 6 марта. 7 марта утро. Днем и сделаю. День вечером сделаю. Вечером он вообще забыл про подарок. На часах час ночи. Тут ротвейлер пока не уснул, вспомнил про мамин праздник. Он начал быстро все мастерить, очень быстро. Да... Ты точно все смотрел в спальне? Да, видать, там что-то порыться придется немного. Ну, давайте посмотрим. Теперь уровень ночной, и даже статуя выглядит неплохо с ней. Там пес соседа, только вот надо его осторожно, видать, обходить. Ты чё подвисаешь-то? Так, ну в холодильник посмотреть, заглянуть нельзя.
Открыть бутылку. Открыть тумбочку. А, один ключ нужен, видимо, вот для этого. Второй ключ для этого. Понятно. Вот это уже изменение, ребята. Это изменение. Но в консольной версии один ключ. Вот такой вот. И для этого предназначался. Так хлопает крыльями, как будто машина какая-то. Ой, я, кажется, забыл ножницы где-то взять. Ты что, ты подвисаешь? Ножницы в тумбочке лежат, вот оно что. Ладно, понятно. Тут пакости-то не изменились, просто их делать по-другому. Ротвейлер строил себе еще этаж, заводя двух животных к себе в дом. Попугайчи или маленькую хрюшку. Он бы пошел в магазин, но в такое время еще открыт, но на улице идет дождь, и он хотел купить еды для животных. Из-за этого он кормит их чем попало. Ну да. Грудным молочком, походу. Ну, имеется в виду детским таким молочком. Че со свинкой? Клетка аж шатается, блин. А на замке еще. Ого, звуки шторма добавили сюда. Вот это да, вот это мне нравится. Однако его не видно, однако сам шторм, самого шторма-то там нету. Может, он есть, но не видно. Ой-ой-ой, беги-беги отсюда нафиг. Так, обоссанная кровать. В консольной версии этот уровень, кстати, был дневное время суток. Светлое время суток. Могли бы в ремастере, HD ремастере, добавить шторм. Было бы прикольно. В такой кровати даже противно прятаться. Ну, видимо, сосед что-то сыт. Обоссался ночью. Ну, в общем, понятно. Так же. Вы сами можете пройти, просто скачав мод в описании. Банку нужно чем-то заполнить. Да. Пес соседа. Пес у соседа появился, его зовут Макс, я понял. Он в коридоре, поэтому надо ходить. Так, тумбочка. О, банк. Ее чем-то заполнить надо, да? Еще одно изменение. Мы чисто на изменения смотрим, а не на прохождение. Жалко то, вот что стены тут такие же, как в оригинале. Они розовые, как в консольной версии и в ремастере.
А чем банку-то можно наполнить? Непонятно мне. А, аптечкой. Впереди. Да вот, то, что собака прямо здесь, это не очень как-то грамотно сделано. Так, во-первых, щетку сюда. Открываем аптечку. А чем банку-то можно наполнить? Не знаю я. Честно говоря. Неважно, ладно. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Пикничок на балконе, ну давайте посмотрим. Опять пес здесь. Шкаф посмотреть. Здесь, видимо, ничего не поменялось. Да, в шкафу спрятаться, в общем-то говоря, нельзя. Ничего так сосед быстро бегает, да? Да, ведь тут 5 пакостей, нету пакости с бананом. Да, кровать сдвинута. А, я так понимаю, вот этим надо аптечку открыть. Однако тень кровати осталась по-прежнему здесь. Это вообще нереалистично. Тени остаются в том же самом месте, где в прошлый раз кровать была. Здесь кровать стоит здесь, а тень здесь. Чего этого, в принципе, быть не может. Шпильку. Так, он будет 3 часа взламывать ее, я так понял. Извините, что вот так вот пропускаю многие моменты. Я просто устал, я сегодня немного реферат писал весь день по физкультуре. Вы же понимаете, учиться надо. Так, а тапок в мясо, что ли, положить можно? Блин, черный экран, я не вижу ничего. Похоже на мясо, я не сомневаюсь. Ну-ка, можно? Следует увидеть, что жарит свой тапок. Однако можно положить его на стол, где он ест. Ну да, вот в консольной версии-то он не увидел. И в ремастере, кстати, тоже. Ну да, он сначала будет жрать. А что, можно на стол положить? Можно. Только на столе нету тапка. Сплит для растираний. Сюда. И опрыскиватель сюда. Интересно, как он тапок сожрет свой. Вот на это я хочу посмотреть.
Консольная версия огнетушитель также стоял здесь, как и в оригинале, а не здесь. Да, и вот это пенистое он будет жрать. Так, короче говоря, ну, давай уже быстрее жри. Хочу посмотреть, как он тапок сожрет. Даже блеванул. Ну, консольная версия была сделана получше. Он прям вот так. Я проходил консольную версию, можете у меня на канале посмотреть. Три раза, кстати, проходил. А здесь у нас что, давайте еще посмотрим. Надо все уровни посмотреть на наличие изменений. Гангста Шоу, это, видимо, создатель. Такой вот у него ник, судя по всему. Опять пес здесь. Давайте спрячемся в шкаф, чтобы посмотреть на наличие изменений. Так, стиральный порошок, его можно смотреть, но он здесь выглядит по-другому. Можно смотреть какую-то фигню. Вот тут попугай и есть. И он здесь, кстати, стоит. На этом уровне в оригинале пустая жердочка стояла. А попугай уже был убит, судя по всему, соседом. Однако его голова, его почему-то все равно здесь, или это другой попугай. В оригинале попугая на третьем сезоне не было вообще. Была его голова, видимо, он был убит. Это голова Хрюшки, Хрюшка была убита соседом. А все остальные части он съел. Так, комп у него можно на компьютер посмотреть? Неужто с компьютером что-то сделать можно? Даже как-то интересно, я хочу посмотреть. Давайте это сделаем, почему бы и нет. Это единственное свечение. Да, не сомневаюсь. Ну да, тут более-менее нормально сделали, как скомп освещает комнату. Довольно красиво сделано. Не успел. Понятно. А что здесь у нас? Соседа вино закончилось. Вот и я задаюсь этим вопросом. В этом уровне, судя по всему, ничего не изменилось. Но, видимо, надо отсюда достать ключ и также применить его на аптечку. Или шпильку, не знаю. А так в остальном ничего не изменилось, кроме того, что попугай здесь стоит. Это усложнение. В
Вуди возвращается, кстати. Был попугай другой в третьем сезоне. Он был такой синий попугай, но он был безобидный совсем. Нам никакой угрозы не давал. Преграды. Не угрозы. Но и он был убит соседом. На последнем уровне. Он был убит соседом за то, что тот насрал у него в кабинете. Представьте себе, блин. Ну, тут также 10 пакости, и, не видать, не изменилось ничего. Мастер-ломастер. Давайте посмотрим. Не, я не смотрел. Здесь 8 пакостей, сколько в оригинале было, не помню. Ну как в консольной версии этот уровень ночной. Правда, ночь здесь не очень практичным немного сделана. Это просто спрайт дневного уровня. Просто с наложенным черным фоном, так сказать, с прозрачностью. Мне кажется. Ну и давайте посмотрим, что на последнем уровне. Я уставший, поэтому проходить все это не хочу. Уровня ночь охоты, кстати, не было в конце версии. Попугай в ванной у него. Так, судя по всему, ничего не изменилось. Также 9 пакостей. Ничего не поменялось. Все то же самое. Всему. Ну, в общем, понятно. В общем, этот мод неплохой. Есть изменения кое-какие, но все же он далеко не идеален. Просто немножко измененная версия оригинальной когда соседа. Скачать этот мод, если вы хотите побольше его изучить, то скачайте его по ссылке в описании. Ну а на этом. Все, с вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. И напоминаю, если вы тоже делаете моды свои, то присылайте в комментариях или у меня в обсуждении в группе ВКонтакте, или пишите мне в личку ВКонтакте. Всем пока!